Итак, всем здрасте. Сейчас, значит, объясню ситуацию. Смысл прост. Есть такой стартер с убитыми щетками. Вот они. Вот. И есть вот такие вот щетки. Самый фокус заключается в том, что они гораздо больше. Вот такой бюджетный вариант восстановления стартера. Нашли щетки, но они больше. Мы их аккуратненько сточили, потому что они здесь были прилипшие, ну, припаянные, короче. Вот, почистили раз место, два места, тут третье и вот в этом месте четвертая щетка. Отточили щетку, то есть она сейчас в идеале должна входить у нас в данную конструкцию. Вот, входит в идеале. Есть запас хода. Сейчас будем расковыривать вот эту часть. Вот, я уже так подковырну. Греть и вытаскивать отсюда провод. После чего будем пытаться впаивать на места. Я не знаю, конечно, что это получится, но такой своеобразный клиент денег жалеет. Хотя тут по большому счету надо менять все, даже втулочки. Вот, но человек решил обойтись обычными щетками, потому что это не по деньгам клиенту. В стакане ложка, втулки убитые, я не знаю, что он хочет пытаться с этого. Старые щетки, конечно, были покрошены именно тем, что я как постоянно бил, причем что тут, что внутри во втулке такая же борода. Вот хрень у нас получилось. Осталось сделать еще три таких щеточки. Это, кстати, минусовая щетка. Они параллельные. Минус здесь и минус здесь. И два плюсовых. Вот это и это. Прошел целый час. И вот такая вот канителька у нас получилась. Сейчас будем все это дело собирать. Так поставить, чтобы более что-то виднее было. На телефоне. Вот так. Ничего, что сбоку. Вот наши ламеры. Правда, они тоже уже покоцанные, но что сделать? Человек предпочитает, что дешевле будет собрать что-то непонятное. Старая щетка, а вот новые. Ну, так, осталась подборка шайбы. Подобрать бы шайбочку, было бы вообще шикарно. Будем следующее видео в сборе и запуске.